Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Volkswagen Passat B5 2004 года выпуска. Объем двигателя 1,9 литра. Турбодизель AVB. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Второй цилиндр. 22 килограмма. Третий цилиндр. 22 килограмма. Четвертый цилиндр. 24 килограмма. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.